Какой пруд на даче нужен для осетра? Например, для осетра сибирского. Обязательно ли фильтрация? Пруд можно построить небольшой, и фильтрация не обязательно. Но что важно? Достаточно обычной чистой прудовой воды. Не обязательно прозрачной. Главное, чтобы в ней было достаточно кислорода и не было высокой концентрации вредных веществ, таких как аммоний, нитриты и прочее. Например, мы строим пруд объем 150 метров кубических без фильтрации. Тогда мы доливаем чистой воды из дренажа или колодца в размере 3 кубометра в сутки на испарение и подмену воды. Ставим аэратор китайский за 15 тысяч рублей. Кислорода должно быть не менее 7 мг на литр для хорошего самочувствия осетра. Зарыбляем весной 50 мальков осетра сибирского в пруд по 200 рублей за штучку. Кормим осетра хорошим кормом. Когда подрастет до 500 грамм, начинаем потихоньку вылавливать к столу. Мальков периодически можно досаживать. Через пару лет должно остаться 20 крупных особей и мальков не более 50 штук. Не забываем вылавливать рыбу, чтобы ее не было слишком много. Подробности на нашем канале.